have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! И мы сегодня с вами пытаемся отбросить человечность и превратиться в обезьян, или наоборот, не дать этому случиться. Посмотрим, как это все будет происходить. Так, а дверь открыть? Ага, нужно какие-то убрать. А, тут ходят мартышки. И мартышки пытаются тебя убить. Нет, они пытаются превратить тебя в мартышек. Да. Я нашел яблоко. Ничего себе, офигеть. На лужу наступать нельзя. А мартышка может тебя мартышить. Нет! Мартышки не могут проходить через эти защитные экраны. Блин, а как мне восстановить жизнь, кстати? Я даже не знаю, я просто хожу сбитой и пытаюсь избежать мартышек. Я могу их так бить через это. А мартышивание происходит, кстати, очень быстро, если что. На луже нельзя наступать, нельзя, чтобы к тебе мартышка прикасалась. Все фигово. Страшно. О, один ассист. Плюс $1 мне дали за ассист. Неплохо. Здесь везде мартышки, я ничего не понимаю. Это какой-то кромешный ад! Нет, мне бьет мартышка. Мне хотят мартышить. Надо валить отсюда. О, я нашел кружечку кофе. Как заманчиво. Сейчас же совсем не апокалипсис. Так, ну-ка. Эта дверь открывается, открывается. Там мартышки. О, нет, мартышку бьют. Я нашел мачете. Мачете. А это что за место такое? О, пицца. Пицца. Я не думаю, то, что надо наступать на лужу. Какое-то место. Блин, тут чувак с дробовиком ходит, если что. Я тоже хочу пропаж. Я так понял, надо деньги. Я нашел место, где превратили первую мартышку. Так, где они все? Я просто вижу мартышек, которые хотят меня убить. О, вот мартышка. Ай-яй-яй-яй-яй! Две мартышки на меня нападают, все плохо. Отбились. Банан. Банан, это не мартышка. 92%. Блин, что я наделал? Что происходит? Меня мартышили. Поздравляю. Меня просто мартышили. О, нет. Это так плохо. О, кто-то вернул электричество. Это очень хорошо. Кео, есть. Мы вдвоем с чуваком размотали мартышку. Фу, ты меня испугал. Я так понимаю, что нужно ходить еще выполнять какие-то задания или что? Надо просто сделать так, чтобы тебя не мартышили, я так думаю. Не-не-не-не, смотри, тут есть системный статус. Силовое поле, вторичный спаун, свет, камеры. Мотор. Да-да-да. И водяные насосы. О, мы ломаем с обезьянками водяные насосы. Это чё? Так круто. Уйди. Блин, это синяя. Это синяя обезьяна! Синяя, что? На меня бежит синяя обезьяна. А я желтая обезьяна. Со вкусом банана. А? Ты еще и со вкусом банана рифмуешь тут все, да? Так, быстро, ломаем электричество, давай. Работаем сообща. Нет! Мочи его! Давай! Синяя обезьяна мочит электричеством. А я мочу водный насос с другими обезьянками. Скоро у вас не будет воды. Стой! Тварь, вернись! Давай, пофигу на людей, просто ломаем уже водяные насосы полностью. Просто вернись, иди сюда, тварь! Как ты побежал через толпу людей? Это что вообще было? Стой, мартышка! Там оставалось совсем немножко. О, у кого-то огнестрел есть, давай, вали его. Прикинь, одна обезьяна бегает от целой толпы людей, и все ему ничего сделать. Вон, просто убили.
Блин, ты прикинь, я когда был обезьянкой, там оставалось 3%, чтобы сломать водяные насосы. 3%, чувак. Но водяные насосы. Блин, тут заперт. Откройте дверь. Ай. Где все? У меня есть бита. Я не боюсь ей воспользоваться. Так, это душ. Душ? Тебе тоже приветушки. Ну-ка, 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 мы это нашествие хвоста тут сейчас подавим. Главное в лужу не наступать. О, я наступил на лужу. Блин, крутая пижама. Как эти пижамы это японски называются? Так. Кигунари? Не, что-то такое. Ладно, ребят, напишите в комментах. Я сломал водяные насосы. Да, у нас так сказано, что такие обезьяны саботировали водяные насосы. Ой, я превратил... Я заобезьянил чувака. Ха-ха-ха. Go back, I want to be monkey. Есть, KO 6, отлично. А ну иди сюда. Надо деньги зарабатывать. Я мартышиваю чуваков. Так, электричество в порядке. Кто-то дерется, я не слышу. А, вот тут. Я пожертвовал 4. Чёрт! Я убил чувака, но сам стал обезьяной. Нет! Нет! Блин, ну, мне просто не дали шанса даже выбраться. Там было 5 человек. Я нашел обезьяний артефакт, который превращает тебя в обезьяного бога. Банановая лаборатория! Финали! Офигеть. Их тут трое! Блин, я вляпался в это говно опять. Ну чтоб тебя. Ладно. Ладно, у нас тут теперь четверо. Эти враги вдруг стали чужими этими своими моментами. Надеюсь, что-то меня не лечит. Где люди? О! О! Я нашел! Слушай, тут... Они тут проводят опыты над обезьянами. Я нашел кое-что очень хорошее. Бронежилет, топор и мачете. Конечно. Надо будет запомнить это место, когда я стану человеком. Туалетная бумага. А ты тут что делаешь? Ну, что происходит? Ладно. Короче, туалетную бумагу надо использовать, чтобы заклеивать сломанные фигнюшки. А, ну то есть, когда ты обезьяна, тебе это не надо? Да, абсолютно. Не надо прикасаться к красным заборчикам. Так, красные заборчики. Так, надо помолиться мартышечному артефакту. Один ассист я получил. Да уйди. Опа, есть, мы двоих превратили в обезьян. О, я тебя вижу, наконец-то. Уйди, уйди. Ты кто-то? Я тебя убил. Привет. Ты меня заобезьянил. Это мартышка. Что ты наделал? Превратил тебя в макаку. Давай, вали этих людишек. Я там вижу, я там вижу чувака с щитом, давай его за обезьяним. Лифт! Странный! Я нашел лифт, офигеть. Я вижу лифт. Ай-яй-яй-яй-яй! Чувак со щитом, да, говоришь? Да, чувак со щитом. Бей его, обезьяни его. Что? Ломай электричество, ломай электричество. Меня убили. Ай-яй-яй-яй-яй! Почему здесь 4 чувака с катанами? С кота. Ладно, я каждый день такое вижу. Просто обычных 4 чувака с катанами, которые охотятся за обезьянами. Ну, типа того. Всегда такое вижу, да. Обычно за обезьянами охотятся именно с катанами. Да. О, лифт! Ой, лифт. Круто. Кто сломал лифт? Один кейл. Твари. Они сломали лифт. А еще один кейл. Я нашел игрушечную Нет. машинку. Так. Замочили немножко обезьян. Чем чинить эту фигню? Туалетной бумагой. Кто выкинул туалетную бумагу? Я слышу тут еще звуки драки. Драка звуки. Прикинь, обезьянки могут лазить по вентиляции. Ну да, как импостеры, да? Oh, convenient. Нифига себе, там обезьянок снизу.
Блин, и как мне его достать? Так, банановые эксперименты. Банановые эксперименты. Что? Я превратился в зеленую мартышку. Как ты мог? Тут человек стоит просто на луже. Я дотронулся до банановых экспериментов, и я стал зеленой мартышкой. Экскрементов ты хотел сказать? Я сказал экспериментов. Я не достаю до него. Ай-яй-яй-яй, я должен превратить вас в мартышек. Ух, ты зря это сделал, ты зря сюда прыгнул, чувак. Есть, достал. Ну чтоб вас! Вы меня напугали, я встал в эту фигню. У чувака дробовик, у чувака дробовик. Что за фигня? Пошли они. Где вентилятор? Бедные мартышки. Они такие три штуки стоят там. Помогите! За мной гонится чувак с дробовиком и катаной. За мной доохотились. Гаечный ключ. Офигеть. Я понял, что надо делать, если ты обезьянка, и за тобой гонятся люди. Убегать. Блин, водяную станцию саботировали. Ну, водяная станция, это не так уж и важно. О, чувак купил. О, я нашел секретную комнатку. Целая толпа мартышек. Один ассист, один килл. Он сейчас может превратиться. Еще один килл. Ой, я могу по камерам. Я могу наблюдать по камерам. Ой, я видел, как ты дрался. Замартышили. Тебе замартышили. Это так круто. Есть один. Что? Ладно. Это такой бред. Ладно. Что тут происходит? У меня два ассиста еще дали, хорошо. Так, бита. Что это за странное? Я, в общем-то, такой иду по странному коридору, там лифт, он открывается, мартышка, и мартышка сразу уезжает наверх. Здрасте, до свидания. Ой, я тебя нашел, стой, пришли. Вот мартышка, а я мартышку нашел. Я иду тебе помогать. Есть, минус. Фу, ты где? Я починил. Все, я немножко починил вот эту вот фигню. Так, взять скотч. Пойдем, я оказывается, нужен тулбокс, а не скотч. Ясно, понятно, пойдем. Не вляпайся в жижу. О, я нашел скотч. Фух. Да, вижу. А, это не... Это оказывается, полезный если мой. Тебе плохо, ты можешь подлечиться. А. Что ты делаешь? Ты... О, я начинаю читать. Я хочу... А! Ты превратился в умную мартышку! Извините, у кого минус уши? Удачи там. Я это, пошел тут свой тест проверять. Так. Не пей ничего! Есть! Офигеть! В кого я превратился? Ты превратился в умную мартышку. Я преисполнился знаний. Да, ребят, извините, у кого там были минус уши, это было просто... Два ассиста, хорошо. Заценил? Да. Как это вообще? Что? Вот. Если нажать на машинку, получишь
Врум-врум. Я сижу с мартышкой за столом переговоров. Ну куда вы, блин, вы чё? Мы тут разговаривали вообще-то. Мы тут врум-врум делаем. Офигеть, что тут происходило? Минус уши. Ой, я нашел странную сыворотку, надо будет ее попить. Туда по-любому никто не насал. Минус две мартышки. Кей-оу! Нет! Кей-оу! Ну, ой, я нашел ядовитый антидот. Ядовитый? Вкусно. Хорошо, пойдем. Ой, яблочная лаву... пофигу. Ты... Яблоко! Нет! Чё? Что? Чё? Как? Откуда тут это говно? Мартышки везде настали. Ай-яй-яй-яй-яй! Что? Ты как выбрался? Там написано Apple Lab. Да. Что? Там кто-то вентиляцию ушел. Ладно. А как у нас тут мартышка на спауне? Блин. Как мартышка на спауне? Я даже не знаю, что она там делает. Реально, у вас мартышка на спауне. Чем ее бить нельзя? Слушай, это, кажется, есть костюм мартышки, который чувак сделал себе. Как дела? Нормально. Ты не против, если я тут тебя за обезьяню? Блин. Оп, у меня все подвисло. Ладно, пошли ломать что-то. Погоди. Humanity rejected. Человечность отвергнута. Ай! Сковородкой по голове, это же не человеческое. Ребят, удачи. Убейте их. Так, мы заобезьянили чувака. Ой, в смысле, минус человек, да, мы этого заобезьянили. Блин, надо найти больше людей, заобезьянить их. Красная мартышка. Что может быть лучше? Ну да, я тоже красная мартышка. О, человеки! Блин, бить по голове! Ай-яй-яй-яй-яй! Там вентиляция! Была. Да, можно было вентиляцию смотаться. Ты знаешь, что я начинаю подозревать? Что? Что эта игра бесконечна. Походу. Здесь, походу, нету главной цели. Нету это просто раундов, мартышка. Нету глав... Не, хотя, знаешь, по-моему, если поломать все, может быть... Мартышки я победят? Даже, я даже не знаю. Я могу бить людей гитарой. Для этого мы здесь все и собрались, да? У чувака телохранители свои личные. У чувака личные телохранители. Что? Глянь на это. Нормально. У чувака личные телохранители. Ничего себе, походу важно. Выглядят как два мини-босса, которых нужно убить перед тем, как приступить к главному боссу. Так. У меня 85 баксов. Я должен с ними что-то сделать. 85, у меня 103. Ничего себе. Нищеброд. Ой, я нашел мартышку. Я должен ее ударить своей гитарой. Мартышка негуманна, да? А, блин! Лужа. Лужа. Что ж, я потерял гитару. Пришло время зайти в вентиляцию. О, у меня... О, у меня появился... У меня бэджик вылез. Нормальный день на рабочем месте. А у меня точно такой же бейджик вылез. А, прикольно. Ты тут сидишь? Нет. Нет. И у меня тут совещание. У меня тут 4 подчиненных, один из них кот. Я обезьянка. А другая за. Слушай, за. Слушай, я ты сейчас ты... к тебе подойду, подожди-ка. Если ты найдешь это место, давай. Их я обязательно его найду. По селектору вызываю тебя. Боинг. Любитель майонеза, в третью совещательную комнату, быстро. Сейчас, я должен ее найти. О! Что? Это можно было включить. Ничего себе! Слушай, здесь, по-моему, где-то... Тут массы про мартышку. Манки флип. Ваша дверь закрыта, я не могу попасть к вам на совещание. Дверь? У нас дверь открыта. Нет, там есть дверь в главный вход. А. К вам.
Она закрыта. У вас, наверное, секретное совещание. Секретное совещание, да. Ладно, ребятушки, я думаю, что на этой фееричной ноте будем заканчивать. Не знаю, тут весело, тут прикольно. Ничего не понятно, но весело и прикольно. Так что приходите, я думаю, вам тоже понравится. Пока что, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем лучше. И всем покеда. Покеда.